На Саратовской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации обновили турбину гидроагрегата номер 6. Событие очень важное и масштабное. Перенос рабочего колеса осуществлялся под наблюдением специалистов Void Hydro, потому что именно эта компания является производителем основного узла гидротурбины, которая взаимодействует непосредственно с водой. Это абсолютно безопасные агрегаты и отвечающие всем современным требованиям. Это 10-я по счету модернизированная турбина из 24 эксплуатируемых на Саратовской ГЭС. Рабочее колесо имеет диаметр 10,3 метра, весит 314 тонн. Его перенос в шахту агрегата занял более 3 часов и прошел под контролем представителей Саратовской ГЭС и компании Void Hydro. Работу проводили специалисты подрядной организации. Готовились к переносу очень тщательно, ведь малейшее колебание троса, небольшой ветерок или ошибки в расчете могли привести к тому, что колесо не встанет в шахту агрегата. Но все прошло безупречно. Вы сами видели, что при диаметре рабочего колеса 10,3 метра зазор составляет всего 6 миллиметров. То есть все это опускается с зазором по 6-7 миллиметров. Естественно, люди это УМР, наша организация, то есть монтажники высокого класса, то есть они выполняют эти работы. Новые турбины более эффективные и мощные, отвечают современным экологическим требованиям. Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и 5 лопастей вместо 4. Составные части рабочего колеса производятся в 10 странах – в Бразилии, Канаде и других. Монтажные работы возложены на российскую сторону. Инвестиционный проект по замене 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин Саратовской ГЭС – это беспрецедентный за 50-летнюю историю гидростанции, один из самых крупных и капиталоемких в регионе. Для иностранных партнеров проект является также одним из самых масштабных. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины на Саратовской ГЭС планируется до 2031 года.